Добрый день! Вашему вниманию хочу представить достаточно бюджетный считыватель китайского производства. Если Iron Logic аналог контроллеру Iron Logic Matrix 2K. Если Iron Logic как бы произведено в России или разработано, хотя офис в Англии, непонятно, сделано в Китае, то это чисто китайская подделка. Значит, входит в комплект. Что-то там у нас. Карточка, мастер, инструкция на английском, есть на русском в электронном виде. Потом вот эта часть, то есть мы сначала устанавливаем вот эту пластину, проводочек, два на самом деле их тут. Один для подключения внешнего считывателя, другой, ну второй такой панели, да, второй для подключения всего остального. Вот такой проводок. Значит, вот так она собирается. И на самом деле там еще есть крышечка. Ну, куда-то завалялась. Сверху еще закрывается. Значит, давайте покажу, как это все подключается. Вставили. У нас есть красный и черный. Это плюс и минус. Если мы подадим сюда напряжение, панель сразу заработает. Дальше. У нас есть три провода. Зеленый. Вот так, зеленый. Белый и желтый. Вот один из этих проводочков будет сразу замкнутый, другой сразу открыт. То есть без напряжения. Когда мы поднесем карточку, они поменяются местами. Вот эти, если были замкнуты, станут открытыми. И наоборот. А давайте попробуем подключить. Ну, для начала мы дадим минус и зеленый общий соединим. И сюда же к общему проводу мы подключим, если есть кнопочка такая запасенная, кнопку открытия двери. Тоже подключили. Второй контакт кнопки открыть, это оранжевый. Подключим его. Все, это мы подключили. У нас теперь питание, и вот на каком-то из этих проводов будет напряжение. Ну, давайте проверим, на каком. Вот у меня запасенный аккумулятор. Подключаем плюс. Подключаем минус. Так, давайте попробуем карточку прописать туда. Поднесли мастер-карту. Поднесли карточку. Поднесли брелочек. Поднесли другой брелочек. Ну-ка. Видимо, когда второй раз подносишь, оно два раза пищит. Прям так, как будто и говорит, уже есть. Значит, дальше. Проверяем, у меня есть лампочка. Проверяем, какой же у нас провод. Вот она, лампочка. Все, это выжил из режима мастера, да? Программирование карточек. Вот это у нас будет постоянно замкнут. Ну и оставим тут мы эту лампочку. Будет видно. Так. Ее подключим к плюсу. А чтобы показать, что замок работает, этот панелька, мы вот возьмем такой замочек. Подключим его к желтому. И также к плюсу. Желтый это у нас будет минус. Вот так вот. Эх. Все собрали. Ну и сейчас крокодильчиком какой-нибудь на плюс подключим. Так. О, какая у меня паутинка получилась. Ну да ладно. Все. Соответственно, пробуем еще раз. Обратите внимание, когда я подношу карточку, лампочка выключается. Если у нас был бы магнитный замок, она бы лампочка выключилась именно на вот это время. То есть на буквально там одну секунду.
У нас есть возможность отрегулировать это время вот этими перемычками. Ну, давайте попробуем. Ну, 5 секунд. Вот это вот среднее положение. Хотим бы ее перетащить. Оп. Включили. Включили питание. Пробуем. Это как раз режим для магнитного замка. Показываю. Обычные электромеханические замки, чизовские, вот в этом режиме, скорее всего, сгорят. А замки Polis не имеют такого недостатка, и они достаточно хорошо работают. Давайте проверим, как еще работает кнопка. Сейчас попробуем выключить питание. Переключим старый режим. И пробуем кнопку открытия двери. Все работает. Замечательный контроллер. Очень, очень простой в настройке, в подключении. В общем-то, рекомендую.